О спорте. В Каспийске прошло собрание представителей Федерации дзюдо Республики Дагестан. Главным вопросом обсуждения стала подготовка к предстоящему чемпионату России, который состоится в середине сентября и пройдет в Нальчике. В рамках встречи президент Федерации дзюдо Дагестана Шарухан Абдулатипов поощрил бронзового медалиста универсиады Абдулу Абдулжалилова и его личного наставника Шамиля Алиева. В свою очередь спортсмен и тренер выразили признательность за оказываемую поддержку. На этот раз я стал третьим на универсиаде. Знаем свои ошибки и в дальнейшем будем исправлять и идти дальше. Также на собрании был представлен новый вице-президент федерации Заур Расулов. Напомним, что дзюдоисты страны и сборные федеральных округов будут бороться за награды национального чемпионата в Нальчике, который пройдет с 16 по 19 сентября. Соревнования определят сильнейших спортсменов страны в 16 категориях, а также лучшую региональную сборную.